Доброе утро, друзья! 26 февраля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Всемирный день неторопливости, День освобождения Кувейта, День хаджалинского геноцида и национальной скорби, Международный фестиваль кубинских сигар, Мартинянов день в народном календаре. Знаменательные события. В 1712 году в Российской империи указом Петра I основан Тульский оружейный завод. В 1832 году Польша становится составной частью Российской империи, лишается собственной армии и сейма. В 1878 году с легкой руки французского филолога Литре запущен в оборот термин «микроб». В 1930 году в Нью-Йорке убивают одного из боссов американской мафии Тома Рейна. Начинается крупнейшая в истории Нью-Йорка война мафиозных кланов. В 1936 году в Германии был выпущен первый народный автомобиль Volkswagen. В 1995 году потерпел финансовый крах один из старейших английских банков – Barings. Клиентами банка являлись члены королевской семьи и сама королева Елизавета II. Родились в этот день. В 1802 году Виктор Гюго – французский писатель-романтик. В 1829 году родился Леви Страус – американский промышленник, изобретатель джинсов. В 1941 году Евгений Жариков, киноактер, народный артист РСФСР. В 1954 году родился Реджеп Таип Эрдоган, турецкий политик и государственный деятель, президент Турции. В 1964 году Марк Дакаскас, американский актер, мастер боевых искусств. В 1986 году родилась Тереза Палмер, австралийская актриса. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 1 часа 46 минут по московскому времени хороший день для веселья и увеселительных мероприятий, для хозяйственных дел, заготовки продуктов впрок, торговли и бизнеса, связанного с риском. Поиск пропавших людей, вещей, животных также увенчается успехом. Энергетика этих суток пробуждает в человеке активное начало. После 1 часа 46 минут – день мудрости, постижения новых знаний. Особенно сильно проявление умственных способностей, и любые знания легко усваиваются. В этот день можете узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам может открыться тайное знание сути, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения. Вот такой он 26 февраля 2018 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!